Подготовка документа. Перед тем, как вы опубликуете документ в этом сервисе, есть некоторые требования. Итак, первое. Допустимые форматы. PDF, их там немножко больше, но это основные, которыми мы чаще всего пользуемся. Итак, PDF, всем известный формат. Doc, это Word, виндовский. PowerPoint, именно PPT. Если вы возьмете PPTS, это после, по-моему, 95-го, я точно сейчас не помню, но, в общем, новый формат, он работать не будет, то есть вы не сможете его загрузить. Именно PPT. Дальше OpenOffice – это маковский формат, что-то похожее на Word. Дальше, допустимые размеры. У них там есть платный тариф, причем даже несколько, по-моему, платных тарифов, но на бесплатном, на базовом тарифе разрешается разместить меньше, чем 500 страниц, то есть один документ должен быть не больше 500 страниц и не больше 100 мегабайт размер. То есть это учитывайте, да? Мы будем открывать именно бесплатный аккаунт. Дальше, перед загрузкой убедитесь, что документ открывается без проблем на компьютере. Это очень важно. Если вы загрузите, и он ломанный какой-нибудь, да, то, естественно, ничего не сработает. Убедитесь, что документ не защищен паролем. То есть, если вы загружаете туда какой-то документ, предполагается, что он будет доступен всем. Хотя там есть опция загружать для личного использования, то есть, чтобы только вы могли читать эти книги, ну или журналы, газеты и так далее. Возможность на бесплатном тарифе 25 личных документов, то есть не больше 25. Дальше, убедитесь, что доступ к документу не ограничен, то есть разрешено распечатать и копировать его. Вот эти три вещи, перед тем, как вы загружаете документ, убедитесь, что они у вас соответствуют.